Так, вот сама коробочка, как она приходит. Это Теплолюкс поставляет такие решения. One Step Pole. Простой термостат для теплого пола. Гофра для датчика вынести в полу. Вот кабель такого образца, это под плитку. Здесь был кончик вот такой. Вот. Здесь будет уложен электрический теплый пол. Идет в наборе кабель, термостат, кабель гофра. Ну, мы еще там взяли заглушить термоусадку с этой стороны, чтобы не попадал раствор. Для чего гофра, потом объясню. И вот лента для крепежа самого провода. Инструкция по установке. Так, все показал. Вот такой комплект. Индивидуально он рассчитывается там для напровода всего этого под помещение. Термостаты тоже могут разные комплектации идти. Ну, в нашем варианте это вот так. Вот такой небольшой балкончик. Сейчас сделаем, покажем. Так, вот у нас получается 4 контура, 4 отдельных кабеля, 4 термостата, 4 комплекта. Самый большой — это кухня у нас будет. Чуть поменьше — это будет балкончик. И 2 комплекта — это санузел 1 и 2, там по квадратному метру будет. Вот так вот. У каждого отдельно будет терморегулятор стоять. Каждый будет отдельно регулироваться. Так, ну что, вот так получилось. Первый санузел, здесь ванная, здесь у нас будет умывальник, вот, вывели сюда, тут будет термостат механический, вот. Второй санузел, здесь инсталляция, это уберется, безобразие. Здесь будет душевая кабина и здесь стиральная машина, вот там вот будет регулятор второй, врезанный. Это у нас кухня, ну тут видно все, вот. Уголок мягкий. Здесь будет холодильник большой стоять. Так вот выложили. И стенка, кухня сама будет вот здесь стоять. Регулятор вот внизу, рядом с розетками. Здесь будет датчик сюда выходить. Чуть-чуть увеличили, уменьшили шаг возле окна, чтобы можно было как бы... будет отсекать холодный воздух. И балкон. Балкончик тоже сделали. Заказчик сомневался, надо или не надо. Но я считаю, что надо выйти на балкон зимой, открыть окошко, на теплом полу стоишь. Просто красота. Тем более мощности тут ерунда. Так, вот так получилось. Получилось классно. Если есть какие-то вопросы, как, что, по расчетам, по стоимости, звоните, обращайтесь. Кстати, 5-й этаж 25-го дома, радиатор Керми стальной стоит. Кто говорил, что нельзя стальные радиаторы ставят, их рвет, вот, пожалуйста. Это Кодор 30-я жемчужина, он стоит, радиатор. Вот так вот. Получилось классно. Как и все, в принципе, у нас получается. Когда работа доставляет удовольствие, делаешь с удовольствием, получается отлично. Ну и каждый должен заниматься своим делом. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Канал наш называется «Занимательное отопление». Делали в квартире, еще раз повторюсь, теплый пол, электрический. Ну вот такой. 4 контура, 4 датчика. Таких вот. Ну, а мы едем дальше.